Друзья, представляю вам еще одну новинку 2018 года от французского низшего бренда By Killian под названием Dark Lord Extenebris Lux. Темный лорд, из тьмы свет. На самом деле здесь никаких отсылок к Волан-де-Морту, к Дарт Вейдеру нет. Это история про ночного джентльмена, про тайну, про мистику, про то, что спрятано за тенью тьмы. Что касается композиции, она абсолютно мужская. И действительно, аромат альфакторно посвящен мужчинам. Вряд ли найдется женщина, которая осмелится надеть на себя этот аромат. Что касается композиции, то вначале мы встречаем бергамот и перец, далее жасмин и ром, и в базе, конечно же, кожа и ветивер. Вот что касается по раскрытию, вначале действительно слышатся аккорды перца, перечные аккорды, немножко с цитрусовой подоплекой за счет бергамота. Ром, ну, совсем миллисекунды, он быстро-быстро уходит. Как такового жасмина с блоттера не ощущается, но зато здесь слышна кожа. То есть я могу сказать, что Dark Lord – это чисто кожаный, добротный мужской парфюм. Если сравнивать с другим кожаным ароматом от бренда Killian, с Royal Leather намного мягче. Если Royal Leather можно отнести к категории унисекс, то этот аромат я бы отнесла чисто к мужским. Поэтому всем мужчинам, кому нравится перечная кожа, кожа хорошая, черная, свежевыделанная, прям вот настоящий аромат кожи. Ни свежего автосалона, ни на гуталининой коже, а качественная дорогая кожа с перечным аккордом. Я не могу сказать, что это моноаромат кожи, потому что при раскрытии все равно другие аккорды, они проявляются. Но в базе, в присадке, аромат дает именно хороший кожаный посыл. Поэтому, дорогие мужчины, кто хочет достаточно такой мощный, дорогой по своему звучанию кожаный парфюм, обязательно обратите внимание на аромат от By Killian Dark Lord Extenebris Luxe.